Здравствуйте, коллеги. У нас сегодня 7 февраля. Мы проводим очередное заседание комиссии по формированию исходной заявки на поставку жирного нефтяного газа на апрель месяц 2020 года. Размер доли жирного нефтяного газа необходимо для поставки соответствующих объем через электронные торговые площадки с 1 марта 2020 года составил 25% объема по поставке на область. Общая заявка по трем газосетевым организациям области на апрель составила 4600 тонн. ТО база жирного газа 1700, ТО промбаза 7500, ТО КСА Кепельса по 1400. Управление было проведено расчет по механизму определения объема жирного нефтяного газа для газосетевых организаций согласно правилам по форме утвержденных Министерством энергетики. С учетом 25% через торговые площадки. Электронные торговые площадки – это 1150 тонн, 4600 заявленных. Оставшиеся 3450 распределения были следующим образом. ТОБА жирного газа – 1508 тонн, ТОБА промбаза – 7035 тонн, ТОБА КСА КЕПСА – 907 тонн. Расчеты были представлены для изучения заявления. Прошу проголосовать, кто за. Кто принято, и на вас, господин.